Так, с дороги. Это квад. Сидит тут. Здесь вот квад. Квад. Здесь квад. Я камень. Смотри, здесь квад. Квад. Вот, братья, чем-то у нас тут занимаются. Чем вы тут занимаетесь, Геннадий Иванович? Чем занимаетесь, говорю? А? Чем занимаетесь-то? Чем занимаешься? Сергею кто-то помог. 25 метров сетки дали. И сейчас новый бревень делаю. Может, кора заедает. Какая-то непогода будет. Прямо невозможно. Можно мы на команду? Видишь, сколько уже зашили. Вот, это мотня будет длинная теперь. А то у нас мотни-то совсем не было. Кулек. Ага. Это вот. Теперь можем мы зайти самый дальний переплыть. Тут надо гаек навешать, как у Чехова. Мужиков арестовали, им нагрузило надо было. Они на железной дороге снимали. Раскручивали и ходили рельсы. Все, наконец-то. Оставляли одну гайку. Вон комарник. Вот так. Все понятно. Мальчишки рядом воркуют. Это наши новые накомарники. Ой, это не накомарник. Ждут, когда купаться поведут. Да, сегодня мы точно не пойдем. Как мне кажется. Ну а мы с братом Сергеем, с Попковым колем дрова. Все, они к нам возле храма. Лезут, каждый свои работы. Слава Богу за все. Ну вот у нас продолжается процесс сегодня. 13 июля 2019 год. Вот у нас тут караси, гальяны промываются. Вот. Владимир Юрьевич промывает тут с ребятишками со своими карасей. Потом гальяны будем промывать, тут все это делать. Вот наша сеть. Вот еще. Вот еще. Сергей сейчас вываливает. Вот, матушка помогает тоже. Вот. И вон там у них еще целый процесс идет тоже. Здесь вот промывают они. Здесь вот промыты уже гальяны. Сейчас вот полностью ведро они сделают мне. Ага, если траву там видишь, убирай ее сразу. Все, все, высыпай. Ведро тут. О. И всегда посматриваю, если что, какая-нибудь трава есть, убираю ее сразу. Угу. Это вот тинка. Все, о, зачерпывать. Так, мельком посмотри, если есть что-то, убирай сразу. В этом дуршлаке. Столько наловили, что я даже не знаю, что с этим уловом делать сейчас. Я уже сейчас покажу, вот они сейчас варят из сети. Вот он, я уношу ведро, сейчас вот ведро гальянов внес, солью пересыпал их, так, на глаз в основном, вот, и засыпал по противеню вот эти вот листиком, это уже с солью у меня готовые, все, и растопил русскую печь, вот у меня уже тут кочегарит во всем. Вот тут я вначале растопил, сейчас она разгорелась, сейчас возьму. У меня тут терка есть. Терка. И вот с помощью этой тяпки я продвину вперед туда. Немножко. Вот так вот, на начало. И все, пускай кочегарит там. Длинная.
безопасность ставлю вот этот небольшой щит. Иначе искры могут вылететь на пол сюда, упасть, не дай бог. Вот, ведро принес 15-литровое. Вот настолько вошло прийти, но еще и осталось в кастрюльке. Сейчас вот хотим все это засолить, промыть, засолить. А потом уже во фляге засыпать, который у нас свободный есть. И буду постепенно каждый день печку топить и сушить все это. Ну что, вот у тебя получилось уже ведро? Да? Ну, еще надо. Я потом заберу вот эти вот, смотри, вот они, видишь? Убираю их сразу. Забывай. Все тяну, все палочки, все эти убирай. Ракушки там. Вот сейчас он включил воду, Сергей. Здесь это у нас колодец. Ну что, Игнатий Иванович дал этот сигнал, как будто в баню надо идти сразу уже, хотя бы одному человеку. Меня только не фотографируют, рыбу. Да, караси он такие, желтизна. Так, дайте я машину промою. Сейчас он зальет, хотя бы холодно. Все, холодно пошло. А, там по рыбе ползаешь, аккуратнее. А чего вы это не достали-то? Не получилось у тебя? Ты не достал, что ли? Рыбу-то не достали. Ну да, сказать, я тебе дали задание, а ты это бросил и тихушку смылся. Там так же не делай. Ну все, вот так. Все, на. Слава Богу за все. Аллилуйя. Вот у нас продолжается процесс обработки рыбы. Здесь вот. Здесь вымывает косей. Сбрасывает туда. Только ты эту тину-то убирай тоже. Где она есть? Убирай ее, да. Во. Я вот так вот чувствую, вот, молодец. Желтые карасики. Ну да. Вы только гальянчика только отдельно складываете. Только меня. Не фотографируй, пожалуйста. Не больно страшно. А гальянчики куда? Гальянчики вот сюда сбрасывай их. Вот они. В двух водах промываем, чтобы они более-менее чистые были. Здесь вот Игнатий Иванович Сергеем Павловичем карасей чистят. От кишков голову отрезают. А остальное чешую оставляют все. Вот такие вот они. Потом по мешочкам распасовываем. Икра все идет сюда. И в морозилку. Ты вот эти кишки, голову заморозь кошкам постепенно давать. Да, да, так и сделаю. Гальян уступает в чем-то карасю. У него вкус специфический, царский. Это не какой-то хек. Вон он сколько. Еще раз водить надо. Всем работа есть. Он руками вылавливает. Уловили. Вот еще караси стоят на чистку. А даже этот ездил с нами же, Егорушка. Ну да. Там если много тина, то руками уже выбирай караси. А я вон кидаю. Первый раз. Ой. Маленько осталось. Ага, маленько. Сказал, что за один раз. Ну вы уже повторили второй раз уже. Там на все на новую
Вот это у нас мелок поймали. Вот, а здесь даже положили на отмостку, этот сейчас мух отгоняет. Ты их посильнее отгоняй, потому что они садятся тут же. Они наглые. Сейчас я там посолю, эти посолю тоже. И они будут приставать. Они. Рыбы. Воробушка прилетел посмотреть. Поди тоже рыбку почувствовал. А воду сливаем в теплицу. Она очень полезна, матушка говорит, для помидор. Отойди. Смотри, что надо. Смотри, вот очищаешь от силы. Вот эту воду в ту теплицу можно? Смотри, вот. А если там полив его? Да, там и там. И опа. Просто я там уже поливал вчера. Ну или туда таскать его. Туда. О, грибка. О, у меня четыре. Вот это вот вода. Его отдельно где-то в магазинке. О, вот. Это холодец. Ну, я еще бы чашечку вот эту. Смотри, я хочу галенький. Какой чаш? Гальянов-то? Сейчас, сейчас, да. Сейчас еще покажу, где у меня мои галенчики стоят, сушатся. Это вот я засолил сейчас еще ведро. Тут у меня стоят, куда в русскую печь не вошли, я их так на плиту поставил, а там жар у меня лишний, который был, я его туда скинул. Стоп. Вот здесь она тоже подсыхает. Процесс, конечно, не очень быстрый, но проходит. Сейчас вот скрою и покажу. Вот. Вот они стоят. 6 листов у меня. Только если что, даст Бог, только завтра они высохнут. За ночь выстоятся. Так вот, в принципе, слава Богу за все. Ну вот уже вечер, сейчас начало 10. Ну все, продолжаем с рыбой обрабатывать рыбу. Вон братья сидят. Ну как ваши успехи тут, Игнатий Иванович? А? Как ваши успехи тут? Как успехи? Машкара заедает. Время-то уже к ночи. Да, начало 10. Ну вот. Вот смотри, как он вот это пакует, которые кишки. Головы, кишки. Да, да, да. Морозить. Я... Потом отдельно кошкам давать можно будет. Я так же делаю. Даже напихиваю их. И как вот это он упаковывает? Покажи, для мороза. Караси сами, да? У вас тут машкары, я смотрю, и... Как ты сидишь вообще без сетки? Смотри, как караси упаковывают. Надо будет как-то развесить, посушить ночью. Что? А, как... а сеть? Сеть? Как-то развесить, а там вдоль окна вот так растянуть. А тут потом на... Ну это
Вот он сейчас будет в среде, это все замораживает. Посмотри-ка. Он и одновременно и чистит, обезглавливает рыбу и морозит. Главный головорез. Мы сегодня головорезы. Да. Еще он не тронутый таз целый. И здесь еще сколько? Ведерко еще маленькое. Вот так. Тут он в ведре, да. И мне еще-то складывается мнение, что у нас больше карася, чем гальяна. Гальяна-то еще целая фляга там. Гальяна-то целая фляга набралась. А сколько же этих карасей? Если по количеству считать, гальяна все равно больше. Ну не по количеству, а по объему, весу. Ну, по объему тут я не могу сказать. Видишь, тут головы, кишки я собираю. Наверное, карасей побольше. Ну, по тяжести, может быть, да. Ну смотри, сколько вот я уже здесь нахожусь, сколько он пакует, и все не уменьшается. А там Владимир работает? Я тоже там. И ты там. Так еще целый таз. Это вообще. Да. Сколько же ее тут у нас рыбы-то взято было? Люди-то, которые не понимают. Ой, браконьеры. Какие браконьеры-то? Мы не браконьеры. Во-первых, этого пруда бы не было. Это мы сделали за свой счет. Дальше. Эта рыба сорная считается. Гальян. Ее вообще никак не возьмешь. Дальше. Никто зимой туда вентиляции не делает. Это все погибшие будут. А время дальше ждать-то нечего. А тут его просушат и глядишь, что-то будет. Смотри, как он ловко. На пол не роняет только. Я бы так не смог. Мне вот показали, как резать ее. Я так и режу. Вот смотри, сколько он наделал голов. Ой-ой-ой, ну все, пора нести, брат. Сейчас покажу, хотя бы сейчас. Все, брат, пойдем, а то меня сейчас заедят тут. Еще гальяны стоят. Вот так наложу сколько, а потом обработаю. Вот мы уже одну морозилку забили, вот эту вот маленькую. Ну там у нас еще кроме этого другие продукты есть. А другая рыба мороженая. А сейчас тут свободно у нас большая морозилка. Большая. Ну, хорошо, она может. Ну, она была отличная. Я тут уже березу похоронил. Около, сколько там, я не помню сейчас. Около 40 штук входит. Ну да. Ну ладно, с Богом. А мы тут с Владимиром Юрьевичем. Там столько мошкары. Ой-ой-ой. Да? Меня чуть не съели там. Да. Так мы тоже сделали там это шире, как здесь. Вот еще сколько работы у нас. Вон ведро еще. Вон ведро еще, да. И там еще этот целый таз стоит. Целый, маленькое, вон маленькое ведро там. И маленькое ведерочко, да. И таз вот тут еще. Ну у них там немножко осталось. А ребятишки тут у нас смотрят на библейское. Мотив мультфильма. Сейчас про кого смотрите мы все? Про Даниила? Слава Богу за все.